Toto to. Эй, ребят! Ты чё творишь? Петухи! Всем привет, с вами Ворм, это игра Dragon Age Origins, которую мы продолжаем проходить. Остановились на том, что убили первого демона, и заново проходим всю эту требуху здесь. Потому что меня убил долбанный огр, а я забыл перед ним сохраниться. Да, бывает. Серьезно, устойчивость? Ты гонишь, что ли? Но мы научились более-менее обходиться с помощью наших копий, иллюзий, не знаю, как это назвать, обликов. И уже более-менее хорошо с этим управляемся. Так, крыса. Нора. Дух. Заморозка. Хил на себя. Выход. Атака. Стан. А теперь попадай. Как можно такой размашистый удар и атакой промахиваться? Я просто не понимаю, вот серьезно. Он так жестко мажет, что просто вообще я не понимаю. Окей, идем дальше. Снова, точнее. А, он заморозился, смотри. Козел. А до этого он сдох, блин, от моего второго скилла. Почему он сейчас не сдох? А сейчас у него устойчивость. Нормально вообще? У него очень мало хв, поэтому он не страшный. Вообще ни разу. Зато, блин, наверное, бьет больно. Сука. Так. Это вроде ведет назад, а это ведет туда, куда нам нужно. К Хогру прямо в руки. Поэтому сделаем сейф и пойдем. Так, сейчас, секунду. Так, что с тобой делать-то? Сука. Давай вставай, ну. Ага. Нихрена ты бьешь, а? Я тебя колдовским ужасом убью. Просто побегу от тебя вокруг, да? Ох, достал. Какой ужас. О боже, что же сделать? О, он замерз. Неудачник. Таран, серьезно? Как ты попал по мне? Вставай, 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 вставай. Заморозил. Он лошарами в такой форме поднять не может. Ха-ха-ха. У тебя не прописано в скрипте, да, ловить духов. Пидор. Так. А мы идем дальше. Тут опять не пройти. Но к нам идут друзья. Ну, тут магу на самом деле играть гораздо проще. Если так задуматься-то. Ну ладно, я придумал. Готов. И тут не пройти. Заметь.
Ха. Жила Лириума восстановилась. Так, нас выбросило обратно, и... Отсюда мы пришли. Мы прошли через мышиную нору, а эта дверь куда нас ведет? Обратно сюда. Так, в этих мышиных норах мы были. В этой я был. Книгу забыл, кстати, подобрать, да. Now is better than later. В этой, по-моему, я не был. А, ну это все, в этой, из этой я приходил тоже, все, помню. Так, я не был тогда вот в этом портале еще. А, это мы прям в конец попадаем, да, получается? Окей. Погоди. А если я в него же войду? Потому что тот ведет нас сначала, насколько я помню. Окей, а куда тогда это ведет? Это же тоже в начало ведет, правильно? Ну да. Хотя должен Когру вести. Ладно, значит, только мышкой можно пройти, получается, туда дальше, Когру. К мертвому, уже, к счастью. Так, а отсюда куда? Вот еще портал. Но он ведет нас сначала в самый, правильно? Ну, не в самое, а в начало этой зоны. Да. Ладно, можно тогда попробовать сделать вот так. Окей, нельзя. Думаю, может такой в огонь прыгнуть, как Макс Пейн, там все дела. Что-нибудь такое, но не может. А, снова драться надо. Ладно, теремся. Какая нахер устойчивость? Вы гоните, что ли? Ладно, погнали тогда мы. Мы. А, я вот сюда еще не заходил. Ну, а скорее всего, то же самое ведет туда. Ну да. Так, погнали тогда, в следующий пьедестал. Нам требуется, в общем, огонь. Нам требуется... камень. Пока пройти не можем, идем дальше. Сразу две норы, стена защитная. Давайте сразу в норы пойдем. Вот сразу силушку. Силушку богатырскую. Получаем. И летающий шкаф изучаем. Не пищит, а? Так, еще одна нора, точно. Она, скорее всего, сюда ведет, в следующую комнату. Oh, this racket is going to drive me mad. Do something about it. Oh, just stuff some wool in here. Эй, ребят! I've had enough of this. Ты чё творишь? Ты серьезно, что ли? Прикинь, чуть меня не убил, сука. Петухи. Вот это петухи. Я просто поздоровался, они... Вообще. Вообще люди страшные. Еще маги, да? Сейчас вам покажу Кузькину мать. Кто-то потрепал. А ты хил типа еще, да? Тебя же хуже. Если бы я еще попадал. Куслан, ты почему ты такой косой? Что это у нас? Эссенция магии.
Прибавка к магии плюс один. Супер. Еще лор. Лир мне не нужен сейчас. О, черт. А, супер, они друг друга сейчас побывают. О-о-о-о. Я хотел его добить, не получилось. Ты типа самый крутой остался, да? Самый живой. Больной ублюдок. Так, а у вас пусто. Ладно, идем дальше. Now, better than later. Это моя няня? Ни хрена она рубит 18 хп, смотри. Ты гонишь, что ли? Ты откуда выпрыгнул вообще? Слуги типа себя во снах видят очень сильными, да? Это так нужно ассоциировать? Ты слышишь? Он меня сейчас так убьет нахер? Попади. Фух, ну ладно. Хотя бы живой. Ла. Вот тебе ла. Лошара. Давайте я лучше по стелсу пойду. Тут много чего еще опасного, я так думаю, будет. Хотя нет, комната пустая. Хотя они могут быть стелс. Ну дерьмо, серьезно. Опять огненная комната, короче, опять никуда не пройти дальше. Придется бежать обратно к пьедесталу и идти в следующую комнату. Потому что, ну не можем никак пройти, потому что у нас нет такой возможности сейчас. Хотя, блять, у него магия огня, черт по дереву. Может просто обратиться в этого духа и заморозить нафиг огонь. Но нет, тут так это не работает. Так, сразу в нору тогда. Хитрость. Неплохо. Ага, опять огонь. О, храмовники. А что такие жирные? Да они что-то слишком жирные. А, окей. С ними так надо работать, я понял. Так тут только нора, да, есть? Досидос. А тут что? Странная комната. Так, и сюда проход только через огонь, что ли? Лестница наверх. Опять храмовники. Серьезно, реальная лестница наверх, прикинь.
Не в того же, ну. Как ты по нему попал вообще? Ой, тихо, чуть не сгорел. Как обычно. Окей, лестница наверх, скорее всего, к одному из демонов все-таки ведет. Скорее всего, к демону огня. Или типа того. Горящие собаки. А, им же срать, они же огненные, точно. Пока. Почему сейф не получался? No, Run, сука, оглушил. Блин, там лириума нигде нет, да? Кайтим, кайтим дальше. Ну а что еще делать? Now, it's better than later. Так, ну прямо я не пройду, потому что там огонь опять этот долбанный. А здесь только нора. Ага, черт. Не только нора. Блин, тут придется еще потом все перебегать несколько раз. Опять сохранение прошло, значит сейчас опять будет босс. Супер. Огонь. Дух огня у нас теперь будет. С кем ты говоришь, чувак? Ты же никого не видел. Попал все-таки, я хотел пошутить, что не попал. Он попал. Некомфортно, да, чувак? Ха-ха. Ой, он живой. The anger fading. I am free. Take Ragos's power. Use it and burn him. Burn them all. He guards Sloth. He bars the way. You must destroy the door. Other dreamers. Other powers. Only way. Почему я в огне стою? А, потому что мне дали новую форму. Пылающий человек. Эта форма делает вас неуязвимым для огня и позволяет проходить сквозь пламя невредимым. Однако она физически слабая, в ней вы также получаете больше урона от атак холодом. Также это самый быстрый облик. Ей. Опять сохранение прошло. Зачем? К чему? Почему?
Опачки, дверька. Так, ну, в ту нору мы заходили. В дверь мы сейчас тоже пройдем. Просто смотрю, что тут еще есть. Такой... Странное существо. О, хитрость и выносливость. Классно. Так, вон там еще что-то было вроде. Или нет? Нет, нет. Все, то больше ничего нет, получается. Только одна дверь и все. Мне же проще. Так, это тяжелая дверь, которую надо сломать. Я пока так не умею. Четвертая форма нужна, короче. А, вот здесь вот что-то было. Или тут ничего не было? Серьезно, ничего не было, просто так... Зачем тогда? Окей. Эту часть мы, значит, прошли. Нет? А, там еще сломать же нужно. Так, давайте вернемся сюда. По порядочку пройдемся, потому что я не помню, где что находится. Уже, если честно. А, здесь надо ломать. А если обратно, то... По-моему, что-то было тут. Огненное. Вот, например, что-то есть. А, ну это вышел лабиринт как раз, который бегал. Все, окей, понял. Можно так возвращаться. Тут, по идее, больше ничего нету тоже. Ну, кроме каменной стены, опять же. Вот здесь, сука. А там просто характеристики. Блин, побегать придется с этим большим чуваком, на самом деле. Ну, я про форму. Каменную. О, вот здесь вот, да, мы остановились тогда. Ладно, продолжим тогда в следующий раз уже. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.